Американский бизнес преодолевает санкции о решении обойти санкции США против России, объявила американская компания Russian Weapon Company, RWC, официальный дистрибьютор автоматов Калашникова. Ввиду искусственных препятствий для прямых закупок этого весьма популярного оружия компания собралась производить его под российским брендом непосредственно в США. Автоматы Калашникова традиционно пользуются на американском рынке успехом. Введенные санкции еще больше повысили интерес к продукции концерна и подобный шаг со стороны. AWC. В текущих условиях кажется нам вполне логичным, минус отметили в концерне Калашников. Открыть производство АК-47 на территории США планируется уже во втором квартале 2015 года. Причем, CNN привел пояснение исполнительного директора AWC Томаса Макросина, который подчеркнул, что поводом для этого стал именно запрет на ввоз в Америку российского стрелкового оружия, пользующегося высоким спросом. Напомним, что еще в марте прошлого года госдепартамент США огласил решение жестко ограничить сотрудничество с Россией по оборонному комплексу, заморозить все контракты с разобранной экспортом иными российскими компаниями. Санкции касались продукции военного и двойного назначения. Они вступили в силу 24 марта и должны сохранять свою актуальность до уведомления о новых решениях. Предлагалось даже аннулировать все действующие договоренности и запланированные контракты. Но до сих пор остается неизвестным, собрались ли американские власти реализовать столь радикальное решение. Между тем мы видим, что деловые круги США всячески пытаются обходить санкционную политику. Примеров тому появляется все больше. На минувшей неделе стало известно, что Федеральная комиссия по связи в США рассматривает возможность направления звонков в службу спасения 911 через российскую спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Об этом сообщил в четверг сайт издания Washington Times. В случае использования российской орбитальной группировки специалисты смогут максимально точно определять местоположение людей, взывающих о помощи. Однако это предложение вызывает нервную реакцию у американских конгрессменов, продолжающих утверждать, что Россия с помощью ГЛОНАСС будет вести разведывательную деятельность на территории США. В частности, конгрессмен-республиканец от штата Алабама Майк Роджерс написал в письме министру обороны, что нельзя всерьез рассматривать вопрос об использовании системы ГЛОНАСС в США. Активное противодействие оказывается и многолетним закупкам штатами российских ракетных двигателей. Прекратить их потребовал сенатор-республиканец Джон Маккейн, внесший в палату поправки в законопроект о выделении средств на нужды армии и аэрокосмического агентства. Согласно им, американские компании не смогут заключать с Россией контракты на поставку двигателей для ракет Atlas 5 и Antares. Сенатор настаивал что США сами могут разработать столь же качественный и эффективный двигатель. На это отреагировал президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Если говорить о создании двигателя в Америке, то, бесспорно, любая держава, а тем более Америка с ее ресурсами, потенциалом в состоянии его создать. Только вопрос, зачем? Это потребует, по моим оценкам, 3 миллиарда долларов, а может, и больше. Это, 7-10 лет с неоднозначным результатом на выходе, потому что не факт, что сразу все получится. Поэтому президент корпорации заявил, что США вряд ли откажутся от закупок лучших двигателей, производимых энергией. И как ввода углядел. В середине января глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев и генеральный директор Orbital Sciences Corporation Дэвид Томпсон подписали прямой контракт на поставку в США 60 новейших ракетных двигателей РД-181 на сумму около 1 миллиарда долл. Первые два двигателя заказчик получит уже в июне 2015 года. Прагматизм бизнесменов берет верх над инсинуациями политиков.